Окей, okay, с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру под названием The Ender the Gungeon. Окей, мы, как я и говорил, штурмовик или пехотинец, не помню, кто он там. Сейчас узнаем. Морпех, окей. Okay. И полетели. Блин, мне бы ну, какой-то еще предмет нужно этому дать. Мужичку. Магический. Можем попытаться пойти в секретную локацию, либо можем попытаться пойти в этом. Как это вернуть? Да. Под руку он плохо стреляет. Блин, жалко, что я говорю, основные оружия не могут найти типа секретки. Щит. Щит. В принципе, мы уже можем с вами попасть в секретную. Или подождите. А, я сказал, мы можем попасть в секретно. Я хотел сказать, могли бы попасть. Бочку сломали. Или она здесь, подожди. Нет, бочку сломали. Все, изи. Заебись. Изи. Заебись. Так, пустышка. Тихо. И убежал далеко. Далеко не убежал. Ну, уж, по идее, у пехотинца больше точность. Она всегда есть. Давай в эту сторону. Ох, сейчас бы урон получить. Здоров, приятель. О, карта. Так, тройнобойный арбалет. Гранатомет. Карту взять. Слушайте, если я сейчас найду этот водяной, чтобы у меня ключ был, на ключ деньги чтобы были, поэтому не буду тратиться. Так, это у нас локация сады, да? Локация сады, это значит у нас босс будет чайка. Дэмэдж получил. Не очень такая меткая, все-таки у него стрельба. Так, синенький, хорошо. Босс, окей. Пойдем в эту сторону. Загрели. Идем вниз. Отлично. Ключ. Замечательно. Замечательно. Ай, блядь. Ладно.
смысле я дэмэдж получил только что? Я шо вернулся, алло? Камон. Окей. Окей. А! Найс. Это еще плюс и мимик. Вот почему рекомендуют сначала пулять во врага. Ну, в сундук. Табельный бластер. Окей. Бластер, бластер, бластер. Ну, плюс пулю. Кажется, если не ошибаюсь, увеличит этот показатель, да? Бля, пули использовал, так подтверждает Каспер, доказать, что эти пули, да, болта точно быстрее. Окей. Так, полетели к торговцу. Тройной арбалет. А я не знаю, есть смысл карту брать. Но только на одну локацию сейчас срабатывает. Не будем забывать. Можно взять, он покажет секретку, я пойду туда, заюзаю пустышку. Здесь секретная стена. Стеклянный каменный гаун нас. Так, настойка. Это защита плюс один, да? Что мое, я понял. Хороший предмет. 25. Окей, пускай. Поехали. Я попытаюсь патрон мастера выбить, но это не точно. Но он стены не сломает. Это нормально. Какой ты умный. Нет, нет. Изи, патрон мастера есть? Так, патрон мастера есть. Хорошо. О, плюс какая-то сфера. Быстробег. Путь пушит. Не, я его сразу давайте, наверное, прочту. Так, быстробег. Путь пушек. Пассивная. При определенных условиях эта волшебная пуля становится невообразимо мощной. Так, мощным оружием, излучающим энергию. Как правило, это означает появление невероятного мастерства доставки и обслуживания мостов. Однако, если поблизости мостов не наблюдается, она может обратить внимание и на менее значительные вещи, такие как милость и решимость. То есть, имеется в виду... Зачем я тебя взял, да? О, посмотрим, как и будет.
Как что будет? У нас нету защиты, у нас 4 ключа. Я в секретку не смог попасть. Как? Пошло. А, я думал, как, знаете, этот, как шарик в атаку пойдет. Подожди, я могу тебе патрон мастера отдать? Тебе же не сказано, что да? О, ого, для... Да, вот, возьми. Ого, спасибо, наверное, не просто было бы это достать, пойду. Значит, получилась бы отличная команда. Все, минус ячейка. Вот и все, когда ты здесь во всем закончишь, подойди ко мне в бреши. Окей. Все, ребят, мы выполнили. Ой, ой, ой. Что-то он как-то слабенько пробивает. Если честно. Может, такой так повезло. Не знаю, плохо как-то сработает. Так, это электрический нахер надо. Вот они могут нанести дэмэдж. Вот этого нет. А вот тут да. Этот нет, а эти да. Так, а теперь вот мне нужны ХП. Если что, я могу себе вызвать этот боеприпас. О, секретная стена, спасибо. Так, портативный расколбай. Вызову, когда у меня будет уже без. Ну да, слушайте, она как-то рано работает. То нормально, типа, дэмэджа, а то бывает мало. Так, пустышка, хорошо. Целое. У меня только что спас от выстрела вражеского. И мне показалось. Было бы прикольно, если типа, если поджигаешь, то паутина вот так вся сгорает. Но нет. Увы, нет. У нас, в принципе, с вами в прошлой серии было первое прохождение игры, поэтому зибумба. Мне нравится. Полжизни не прошло. Да, он блокирует. Слушайте, а может я могу с помощью него просто блокировать пули вражеские? Давайте попробуем. О, так это имба. Не, не имба. Он типа поглощает вражеские пули, но... Такое. Нужно научиться пользоваться. Теперь буду проверять. О, очки. Темные очки. Блестящее будущее. Очки. Так, секретки. Я не знаю, нужно будет еще посмотреть, сколько всего секреток. Одна? Типа на всю карту или несколько?
Так, еще где-то должен быть сундук. Почему замедление времени было? А, при взрывах. Которые я, наверное, да, создаю. Или нет? Ладненько. Время подмоги. Плохо то, что это одноразовая вещь. Импульсная пушка. 30-ка стоит 24. В принципе... Я бы защиту купил. Ой. Давайте я, когда врагов не так много, буду тратить обычный пистолет. Так, ну этих вообще можно не тратить. Ну ладно, возьму. У меня нету этих, на что тратить их. Так, больше сундуков нету, у нас остался босс. Штурмовая винтовка, ядра пустоты. Ладно, испробуем. А где у нас начало локации? Опа, а теперь сюда нужно прыгать. У вас все готово, до встречи. А, подожди, этаж второй, этаж, точно, я думал, это уже третий. Могу я тогда вернусь к этому? Ну, за 30-ку я уже, понятное дело, не куплю. Я могу сердце купить. Хотя мне сердце все равно с этого выпадет. Так, окей. Провидец. Понял. Ну я уже потом мастера просрал. Так, пчелиный улей. Думаю, имбовая вещь. Не, ну типа, понятное дело, что нужно было, оказывается, теперь патрон мастера. Но я думал, щиток нужно было нести. И секретки.
Ну это было бы жестко. Только теперь мне интересно. Он починил именно на всех этажах лифт или только на одном? Я понял по значку. Этаж, так. Эта шахта лифта нуждается в некотором укреплении. А ты можешь принести мне 3? Ты это сейчас серьезно? Не, хотя, знаете, 3 защиты можно легко принести на другом персонаже. Слушайте, нормальные пчелы. Только, наверное, дают херовый мед. Ладно, этой пушкой пока попользуюсь. Так. Бац, бац. Бац, бац. Дело уже это проходили. Бац, бац. Бац, бац. Готово. ППшка. Блин, как я тебе донесу их? Как я тебе ту сраную защиту принесу? Это не так легко, парень. Это вообще не легко. А, я думаю, качок к нему не прилетает. Так, у меня уже патронов нету. Дерьмово, дерьмово. Не, хотя можно денег, знаете, пособирать, типа, и потом потратить в магазине на эти же щиты. Опа, йоу. Так, нашел по дороге несколько вещей. И я скажу так, купи что-нибудь или проваливай. Так, портативный раскладной стол. Ну, это мы брали, это снобудные пули. Слушай, так это не баба будет вот эту слюзять. Блин, ну у меня еще пуль не было. Ну, вот это раскладного. Могу я пособирать деньги? Собираем немного. Ой-ой-ой, что делаю? И я куплю этот. Привет. Стеклянное святилище. А, pay to altar. Тронут альтар. Вау. Так, что-то новенькое открыл. Ух ты ж, ё-моё. Мать твою. Так жестко. Что так жестко? Стеклянный камень гоу открыт. Так у меня он был уже открыт. О, найс.
сюда, да. Нет, все-таки вот эта вот пушка получше будет, чем вот эта. Может, нет. Но все крышки мне помогают. Зараза. Это зараза. Так, отлично. Полетели. Полетели, полетели. Пользуюсь дистанционным управлением. Здорово. Эй, ты... Встретимся в бреже, может, провернем оптовую сделку. Окей. Так, гоу сюда. Пойдем к торговцам. Ах ты что? А, мне 70 нужно было бы. Нет их. Нормально, ладно. Так, босс. У меня ключи есть, поэтому... Сюда. А, точно, я же теперь могу наводиться на врага. Ключ. Вообще зашибись. Так, битва. Да ладно. Серьезно. Пстец. Все просрал. ГГ. О, здорово. Кажись, я тебя где-то видел. Так, пушка. Ну, я знаю, как с этим справляться. Ну, вы сами видите. А, уже все. Патрон минус мастером. Минус патрон мастера. А, ну уже точно минус. А что делаю, блядь? Нормально. Зайдет. Жопа. Портативный рободайт. А, не понял, окей. Что-то дают, но не понял, что. Это один будет забег. Если я сдохну, то все. То, что уже время почти 30 минут. Ну, пчелик жесткий. Ой, лед вот этот начинается. Не-не, тихо. Я просто посмотрю, что он делает. Скорее всего, пуля вокруг меня крутится.
Да. Защита. Опа. Здрасте, мордости. Ясно. Принцип ясен. Где-то подло. На самом деле странно немного еще атакует. Неужто? Могу поищем еще. Зарядка, чертова! Как они бесят мне патрон мастера сбивать. Ну как, сейчас это не патрон мастера, но все же. Хотя, может, это и я вращал патроны те. Как я могу теперь? Ой, не забывайте перезаряжаться. Что меня ударило? Меня мой этот бьет. Походу меня свой же бьет. Сюда. Окей. Плюс ключ. Эти подсохнут. Изи. Готово. Так, у меня уже и тут патронов не хватает. Хорошо.
Оу-оу-оу. Он проклятую версию сделал. Да ёж. Всё, зашибись. Всё, зашибись. Теперь с этим постреляем. Но этот можно, в принципе, выбрасывать. Ну, типа, быстрый. Ну, такое. Типа, они как дротики отскакивают просто. Так, окей, что тут есть? Давай я заряжу вот эту пушку. Обойной. Защиты у него все равно нету. Здорово. Йоу, рыгает. Так, барабаны и барабаны магазин. Цельнометаллические оболочка сигареты. У меня, в принципе, ни на что нету. Пусть сюда. Пойдем наверх, по идее, там босс. Я его открою сразу. Откроем все сундуки. Там можно сейчас начинать. Так, Мария Лик... Так. Послабьтесь. Что ты даешь? Меткость? Так он у меня так меткий. Как можно меткий. Как бы точнее меня тут автонаводка. Оп. Так. Тебя. Хорошо. Так, я могу два сундука открыть. У меня как раз два сундука. А. Ага. Ну, поехали. Да, у меня патрон мастера есть. Нету. Так, дробовик пустоты. Какой он? А, то есть вы меняете. А ты у нас? Наномашина, найс, сын. Это дает, короче, мне броню. Ну, я не знаю, навряд ли это сработает, типа. Подожди. Обязательно именно патрон мастера? Или шедевры? Ладно, гу, короче, на босса. Потом, если босса убьем... О, босса как раз убьем, и я кину туда этот... патрон мастера. Сразу приготовиться. Это что, новенькое? Высший священник. Ой, за что я делаю, блядь? А чё у меня с оружием? Подожди.
Тихо. А теперь без урона. Изи, фух. Патрон мастера есть. В смысле нет. Чё? В смысле? Чё вообще происходило? Где мой патрон мастер, блять? Вы гоните? О. Это походу мои сохранения, это эти сердца. Гоу, кинем ему пушки. А что ему кинуть? У меня такого нету ненужного. Хотя можно вот это бросить. И эту. О. Так, теперь. Гоу, попробуем. Это. Нет, не хочет. А не. Смотрите, это тоже работает. Так, а что она дает, я не помню. Меткость повышает. Замедляет время. Давайте, короче, выкину вот это. Выкину это. Ну и защиту тогда тоже брошу. Наш мне уже больше не дастся. Так, в принципе, подождите, можно в магазин залететь. А, здесь пишет, сколько сердец он сохраняет. Два сердца. Да надоел. Походу сюда только патрон мастера нужно кидать. Ладненько, поехали. Слишком много он хочет. Все. А не, нормально. Блин, а что мне нечего было, да, такого? Чтоб мне путь показало. Так, кузня. Себе. А теперь можно понять, что это хотя бы?
до рума. А, то есть ты меня выбрасываешь вообще в начало. Что? Он сейчас это серьезно? Мне заново проходить эту комнату? А не, это бред. Еще гоните? Это бредятина. Ну ладно, этот походу только один раз так работает. Ну этого одного раза мне хватило, чтобы просраться. Получать дома. Да сколько вас тут? Знаете, мне уже хп не хватает. Нет, ну в этот прошлый, так, эта дверь была другой. О, привет. Слушай, ты не можешь в награде, я тебе кое-что нашел в сундуке. Слушай, окей. Короче, он просто дает задание, чтобы мы искали ему. О, нихера. Хера. Незаконченная пушка. Хм, прикольно. Попробуем. А, так поняли, а пули то дальше летят. На экран видеть немножко. Заебись. Ну, я застрял. Что за бред? Я чувствую, короче, нужно начинать стрелять нормальными пушками. Долго я буду по нему стрелять, не понимаю. Да уж. Неутомимый зомбя. Что? Ладно. Да, хп у меня много.
совсем немного. Я забываю про это. Окей. До хера пустышек. Ноль ключей. ГК. Окей, босс. Мне магазин срочно нужен. Я могу на босс пойти, но я его не бью. А, найс. Лучше отойти. Блять, он через стену пуляет. Ну хотя всадить нужно. Наконец-то. Ладно, выживу еще немного. Еще немного проживу. Окей. Чисто плюс дэмэдж получен. А вот основа твоя у меня есть. Нет. Давайте я доспехи куплю. Броня на каждом этаже. Да, понятно. Ключ куплю. ХП куплю. Открываем этот сундук и идем. Жетон. В следующий раз, да, я вследую все правильно. Окей. Хотя, подожди, нам нужно что-то зачистить, да? Поехали. Идешь? А, стой, они, блядь, еще давят. Кажется, там немного моего друга убили. А это вообще ловушка. Ну если что, подходить нельзя. Оп. Сердце. Ух, наконец сердце. А пистолет пришельцев. Это, если что, пистолет из этого. Как игра называется? Ну вы поняли. Thank you.
Не-не-не-не-не. Давай без вот этого. Мне выжить надо. Или пойти лучше на босса, нахер надо это все. Ты издеваешься, парень. Тоже там сундук? Не, ну это жопа. У меня хп теперь не очень так много. Ладно, пустышки сохраню. Очень хорошо. Револьвер весельчака. Что там у нас наверху? Все, карта завершена. А, у меня ключей нету. Открой. Ну, сердце хотя бы забрать. Не гони. Серьезно. Ладно, может он мне ключ даст. Пожалуй, дай ключ. Еще изи. Ну поехали на босса тогда. Ладно, у нас есть пустышки. Сразу думаю, тогда начну сос. Да, давайте сос. Короче, понял. Короче, понял. Блядь. А чё у меня есть нормального? Чего, да, я понимаю. Я кувырок сделал. Окей. Окей. Пусть так. Вернулся в брешь. Зайбомба. Ладно, мы как раз к этому сбегаем. Следующий будет, наверное, у нас этот... Вот этот мужичок, пилот. Ого, мы сразу с вами сбегаем, закупимся и сходим к лифту. Там появился... О, у него там предметы продаются. Стопы. А я так не спрыгнешь. Оп. Раз уж нашел маленькие дельцы, получше прибыльные, я могу немножечко расширить ассортимент. Так.
Скажи мне, что тебе надо, я постараюсь это добыть. Кластерная мина. Сухой паёк. А, ну заметьте, что здесь не показывают, как предмет выглядит. Так, сухой паёк, это я знаю, это хороший предмет. Нужно пойти сухой паёк взять. За 7. И мне останется 3, я за 3 счетом куплю предмет. Сухой паёк. Ты здесь, спасибо за помощь с лифтом. Так, здорово, что он работает, давай же испытаем его. Выбери лифт с помощью наполнителя, так. Напили, затем нажми внутрь. Где внутрь? Ну, короче, я понял. Второй зал оружия. А, и все, да. Ну, к примеру. Или меня сразу туда и отправляют. Знаете, но ну, там проблема то, что вначале ты хотя бы с чем-то идешь. А это если ты хочешь сразу ближе к боссу пойти, но у тебя ничего не будет. О, нихера себе. Так, предпочитаешь легкие пути? У меня теперь особые условия, только для вас. Просто потому, что вы такой хороший клиент. Замечу, что у него костюм мужика. Это крыса. У меня есть для вас несколько специальных предложений. На тот случай, если вы окажетесь здесь неподготовленным. Я не допущу, чтобы мой любимый клиент остался без снаряжения. Ну же, берите. Ах ты ж, ё-моё, даже так теперь? Ха. Маечная пушка. Отличный выбор. А в чем загвоздка? Ну, я типа проверяю, ребят, но ничего такого. Смотрите, оказывается, нет. Вначале мы тоже идем с оружием. Может, знаете, это оружие для вот этого этажа? Нормальное. На меня даже проклятие не дали. Мне хотя бы проклятие накинут. Окей. Знаешь, блин, 4 минуты. Ладненько. Я просто отдыхать не хочу, наверное, глупо. Так можно типа безрассудно. Гоу, короче, без воротов. Ну, только если там пропасть, то ворот. Только если пропасть. Я этот получил. Запчасть вот эту. Эй. Интересно, что он делает все-таки. Вот и здорово. Ясно, окей. Ну типа, чтобы быстрее передвигаться, все. Отмычка. Реактивный ранец, чтобы летать. А, то есть это...
Ха. Да ладно. И чё, я так вообще могу летать? Лу. Вау. Наверное, теперь на меня эти же не действуют, да? Яды. И, ребят, можно считать, мне не нужен перекат. У меня есть полет. Ай. Где твои хп? Вот почему мне не добавят хп? Добавили бы хпшку. А там хп. Так, а как мне пробел? А, не, ладно, непонятно. Хотите, я могу здесь, в принципе, сдохнуть. А, то есть даже так работает. То есть у меня жрать, у меня хп отнимается. А я вам одну вещь покажу, в принципе, можно на этом и закончить. Но это тогда мне придется немного быстрее это дело закончить. Не, ну, если так будет всегда, можно попытаться вот таким вот путем пройти. Так, голодные пули я получил. Да, мне типа яды и, наверное, ямы и... не опасно. Мужичок этот. Вот. Закуплюсь напоследок и сразимся. И все, он типа начинает нас атаковать. А, все, он скрылся. Он, короче, скрывается и забирает весь товар на прилавке. И в последующих этажах мы его никогда не найдем. Как-то так. Ладненько, что у нас там, в принципе, по этим предметам? Могу я быстренько чекну новые. Можно еще это... А, там больше, да, трех. Ну ладно, плевать. Так, книжечка. Оружие. Еще теплое. Полуавтоматическая незаконченная пушка. Эта пушка еще не до конца выкована в свое текущем состоянии, она едва стреляет. Но в действии отчаянном положении может пригодиться на корпусе. Так. Отчаканены небольшие песочные часы. Интересно, для чего они? Так, так, так. Револьвер весельчака, все улыбаются. Оружие младшего брата патрона. Самонадеянно. Почему значок У? А, знаком. Помечен знаком У. Типа улыбнись. Хорошо. Так, я пытаюсь быстро, чтобы время, потому что опять сейчас буду рендерить. Хуй знает сколько времени. АК-47. АК-47 это во многих отношениях. Эталон для оценки других пушек, недорогое и ненадежное оружие. Хорошо, так, зарекомендовано себе практически во всех условиях и ситуациях. Так, его неустрашающая конструкция рассчитана на пустыни, джунгли, снега, подземелья. Он стреляет даже под водой. Так, хорошо. Так, был. Снайперская винтовка, медленно прицелена, так это было. А, пистолет пришельцев. Крушитель щитов. Человеческая гегемония победила в трех
Так, крупномасштабных конфликтах с пришельцами. Во втором из них было захвачено тысячи этажей трофейных пистолетов. Это, ну, как я и говорил, из Halo игры. Так, прототип рободоида. Они уходят никогда. Прототип рукошатающего бластера не уходит никогда. Это бластер был создан для проверки предела возможности пулевого урона и физических рикошетов. Луч вспышка. Так это было. ЛТВ бластер. Все равно. Усовершенствованная винтовка для армии гегемонии в основном используется в элитных частях солдатских людьми. А боевые роботы гегемонии оснащены более совершенным оружием. Совершенно. Так, рад пушка была. Была. Было. Пчелиный улей стреляет пчелами. Пчелиный улей — пушка, созданная природой. Хорошенько встряхните и выпустите пули. Так, здесь новые предметы еще появились. Так, было. Щит был. Так, броня. Доспехи и оружие рыцаря. Броня на каждом этаже. Кераса бесцельного рыцаря Крамаранта. Ну блин, ну как вы видели, щит мне не пригодился. Рыцарь легко расправляется с оружившими мертвецами и переоценил свои силы в глубинах. Полностью, но терял бдительность и получил тяжелую рану. Это мента, да, когда появился? Или нет? Или с ментом что-то другое у нас был предмет? На машины сын. А получил броню после нескольких ранений. В смысле? Это самовоспроизводящаяся наномашина превращает повышающий в организме свинец в броню. В смысле, при получении урона мне это дает? Так, ланчбокс с сердцем, здоровая пища. Добавляет один контейнер с сердцем. Шахтеры, которые когда-то выкопали шахты черного пороха, носили еду в таких коробках. Так, миорелаксант, расслаблитель. Значительно повышает меткость. Это танквилизаторы используют успехом у снайперов, особенно на холоде. Они могут полностью избавить руки от дрожания, но все-таки эффективнее, чем задержка дыхания. Жетон по уставу. Полицейский жетон принадлежит полицейскому при исполнении патрулирующего округ оружия. Выглядит потерянным, а потертым. Кто бы его не носил, ему скоро не на пенсию. Вот тот полицейский, если бы мы перешли бы на другой этаж, он бы ожил. А так, ну, если бы мы подошли, он бы с нами поговорил, прощальную речь бы сказал и умер бы, и набросил нас бы этот проклятие. Так, что здесь? Тени княженца. Оружемантия 201. Чтобы овладеть оружемантией 201, требуется причесть эту водяную тома. Она удивительно дорога для книги, которая пытается пристрелить читателя. Так, хорошо. Было. По боссам. Высший священник. Первый из ордена. Высший священник – воплощение калибра в мире смертных. Возглавляет орден истинной пушки. Ну, короче, как-то, ребята, так. Ладно, давайте тогда, думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.